лучший вокально-инструментальный ансамбль. И мы снова обращаем ваше внимание на экран. И первое в лице интервью – вокально-инструментальный ансамбль «Солдаты удачи». Мы – вокально-инструментальный ансамбль «Солдаты удачи». В военной части 31612 Еланского военного гарнизона. Наш девиз – армия. Сожалеюсь вопросом с каждым днем сильней. Зачем стою день ото дня в этом строю? И почему сошелся клином свет на мне? И что за долг такой стране я отдаю? Но тут же я себя ловлю на мысли, что не нужно знать мне это не. Ведь это бред и нет в нем смысла. Вчерашним дне и понапрасну самому себя терзать. Лишь только здесь ты можешь ощутить броне всю мощь и силу, ты ее сможешь обуздать. Плечо к плечу, шагая по глазу, ты дружбу обретешь себе в войне. И это каждому к лицу. Таких друзей, которых постоянно будешь вспоминать. И богатырский сон любой из этих дней подарит мягкую армейскую кровать. И ты придешь домой красив, здоров, а до священный дом в родной стране. И когда спросят,